Re! Viss ēters ir te! Ветеринары против создания кошачьего городка в столичном микрорайоне Засулаук. Специалисты даже обратились с открытым письмом к вовлеченным в проект странам. Ветеринары считают, в центре этого проекта не животные. К тому же, по мнению специалистов, прививки не спасут котов от распространения инфекции, если они будут жить на одной территории в таком большом количестве. Это очень опасно. И котов на столь большой популяции содержать абсолютно противопоказано. Во-первых, потому что животным это вызывает огромный стресс, который, конечно, на такой открытой территории никто не увидит. Второе, конечно же, хламидиоз, токсоплазмоз, стригучий лишай, бартонелла, токсокороз. Эти все паразиты, которые очень быстро распространяются также на человека через предмет или через прямой контакт. Напомню, общество Шри Ганеша планирует обустроить на ныне заброшенной лесопарковой территории городок для котов. Предполагается, что туда перевезут бездомных животных из округи Засулаукса. Территорию планируют обнести забором, внутри разместить домики. Все за средства с пожертвований. Однако пока что точного проекта городка нет.